ребята, с вами Слава, и вы на канале Фидаки Kids. И мы сегодня будем такой баталчик открывать от Деда Мороза. Тут написано от Деда Мороза я Слава. Сегодня мы с Сережкой будем открывать такой предновогодний подарочек Kinder Maxi Mix. Здесь правда написано от Kinder Деда Мороза и кому? Ярославе. Здесь у нас Дед Мороз с зайчиком. И кто-то олень, да, нарисован? Да, олень. Открывай подарочек, будем смотреть, что отсюда же там внутри. Отсюда, наверное, видишь, что... Да, можно и так, а можно вот так смотреть. Нет. Да. Доставай, что там? Показывай, ребята. Все, пусто, там больше ничего нет. Сколько здесь много сладостей. Это батончик такой шоколадный. А это что такое? Я буду открывать киндер. Это тоже здесь 4 дольки шоколадных. Давай посмотрим, давай. Я буду открывать. Открывай. Киндер Джой. А, вот здесь такие шоколадочки маленькие киндер. И еще батончик шоколадный. Это у меня такие были. В общем, здесь много-много сладостей и киндеры. Давай помогу, Ярослава. А, молодец. Вот так я. Где там шоколад, где игрушка? Помнишь? Здесь игрушка. Открывай. Как интересно, что там. О, что там? Высыпай. Машинка. Давай посмотрим. И больше ничего нет, да? Ни инструкции, ничего нет. Нет, еще наклейки. Есть инструкция. И наклейки есть. Давай посмотрим, какая у нас машина. Это машина из тачек, да? Это нет, это, по-моему, не Маквин. Маквин, вот. Это формула. Вот Маквин, да, здесь есть. Из Маквина. Точно, класс, давай ее соберем. Посмотрим нашу инструкцию. Давай открывай следующий киндер, а я буду наклеечки клеить, давай. Я вот уже знаю, куда. Куда? Да, здесь единичка. Формула 1, да? Да. Вот что там. А что там внутри? Я вот так разрываю. Опа. Разрывай. Что там внутри, конечно, какая-то игрушка. Нужно посмотреть. Только не такая, какая была. Только... Еще одна машинка. Да, только не такая, какая была. Другая. Ничего себе. Что же это за подарочек? Ярославе Дед Мороз решил подарить машинки. Это какой-то монстр трак тебе попался. А что это у него? Что это у нее, у этой машинки за штуковина? Интересно, для чего она нужна? Это, наверное, чтобы ее запускать, да? Да что ж такое, что-то я не пойму. Ой, улетела. Она сальто делает, вот почему. А еще наклейки есть, да? Покажи. Вот, сейчас мы поклеим наклейки на нашу машину, и она будет... еще лучше. Все, ребята, поклеили наклейки, а теперь будем пробовать, как она идет. Этой штучкой запускать нужно машину, да? Сейчас. А ну пробуй. Ох, улетела, уехала машина. Вот этой штучкой запускать нужно эту машину, а так вот она на ней крепится, чтобы просто не потерялась.
Вот какие у нас машины. Ой, сальто делают. Ну что, давай попробуем какую-нибудь конфетку, да? Да. Ну, выбирай. Я хочу вот эту. Вот эту открывай. А я пока Сережку покормлю, да? Тоже такой? Ну, Сережка вообще любит вот это, киндер. Ну, тогда давай киндер я ему дам. Вкусный шоколад. Вкуснятина. Вот такой вот вкусный у нас сегодня лобол. Всем пока, подписывайтесь на канал и полез вверх!